Привет, дорогие друзья! Айхан у нас стал шопоголиком. Мы пришли в магазин Руя Кундура покупать ему снова обувь. Но на самом деле мы хотим купить зимние ботинки и показать вам также зимние ботинки, которые продаются здесь. Магазин Руя Кундура выглядит вот таким вот образом. В описании к этому видео есть ссылка. Здесь магазин, женский отдел. Очень много различных видов. В описании ссылка. Ну и, конечно же, есть мужской отдел. Мимо женского отдела вы проходите и попадаете сначала в детский отдел, а потом в мужской отдел магазина Руя Кундура. Здесь выставлено мужское, поэтому мимо не пройдете. Написано Руя. Нас уже встречают. И, друзья, многие из вас, да не многие, а кое-кто писал, что в Турции не бывает морозов, не бывает холода, бывает на самом деле в некоторых городах. Сейчас будем также показывать вам обувь, которую носят турки в холодное время года и в холодных городах, самых холодных, таких как Карс, Эрзурум, ну и, конечно же, Стамбул. Айхан, ты куда собрался? Я еду в Россию, мне нужны теплые ботинки. Друзья, в магазине Руя Кундура, как я вам уже говорила в предыдущих видео, которые вы можете посмотреть по ссылкам в описании, есть разные виды обуви, которые можно носить летом, осенью, зимой. Сегодня мы пришли за теплыми ботинками, которые Айхан сможет носить при температуре, ну, наверное, 15-25 градусов в Мурманске, когда мы поедем в Россию. Здравствуйте, Анастасия. Ичиюн мы? Материал. Шевар, кашевар. Какой-то материал внутри и кожа. Айхан, ну это холодное для Мурманска. Это будет холодное. Очень. Здесь есть у них, кстати, грейдеры. Вот эти хорошие бы тебе подошли. Айхан, сколько стоят эти грейдеры? 280 лир. 280 лир. Вот эти грейдеры, кстати, можно взять и в Мурманске, я думаю, они подойдут тебе. Bunlar su geçiriyor mu sen? Hayır. О, и. Грейдеры. Как вы думаете, на зиму пойдут такие? Вот эти вот. Айхан, bunlardan или вот эти померим? Есть еще вот такие вот ботиночки. О, вот. Вот так же. А он на фермар вали, а? Фермар, да. Гейми, кулланым, кулланым. Колай. Хем ластик. О, они такие мягкие. Чок и мушак. Чок и на осень, на весну. Калан. Совок тут мас. А, высокие и холод не пройдет. Но нам нужно зимние. Там буну дени. Кахверенги йокса. Йок, бунар чок гузель. Вот эти красивые. Тамам. Айхан, еще есть вот такие всякие разные, смотри. Вот такие вот. Бунам истюрсен. Но они осенние, тоже грейдер. Orada şeyler var. O klasik. Süet klasik. Hı hı. Ve bu içinde polar var. Klasikski. Polar var içinde. Hı hı. Но это на позднюю осень пойдет. А başka bir model. Böyle bir şey daha var. Bak bu da güzel. А, и они все с шерстяной подкладкой с какой-то. Это костюм. Вот эти сколько стоят? 269 лир. Угу, вот эти еще, кстати, есть летняя обувь. Мы Айхану покупали. О, бак, она со смехом. Смехом. Daha başka model gelecek mi böyle? Bunların devamı gelecek tabii. Сколько это эти стоят? 200. 270 лир. Прям смехом. Ну, Айхан, вот это вот, кстати, кто любит классические, Айхан такие классические не носит. Айхан, сана о грейдере, чок и олджак. Tamam, bakacağım ben ona. А вот эти вот... Сколько... Kaç derecede bunlar kullanabilirler? Сколько градусов? Eksi 10, 15, 20. В минус... Минус 10, минус 15. Bu gerçek... Orijinal deri. Şey? Tabii, orijinal. А, полностью натуральный и мех, и... Ama daha soğuklar için ayakkabı geliyor değil mi? Да, так, расскажу вам сейчас про летнюю обувь. Летняя обувь
осенние, может быть, весенние тоже можно использовать. Вот такие вот классные мужские кеды фирмы Либера. Айхан, как раз у Айхана на ногах такие. Айхан, бусани. Очень удобные. Айхан, он на сылоде? Халя рад. Чук зря. По цене 209 лир. Кто спрашивал про различные мокасины и различную летнюю обувь, она здесь тоже есть. Различные модельные мужские ботинки. А, точно такие же, как у Айхана, только кожаные. А вот эти вот классненькие. И не пропускает воду. 209 лир тоже такие стоят. А, здесь большие размеры. О, огромные. Доктор Комфорт. А, доктор Комфорт, он на ортопедик, да, или? А, видите, фирма такая Доктор Комфорт, это ортопедический. Стоит 280 лир. Ой, вот эти вот классные, слушайте. Доктор Комфорт. Вот это все большие размеры. Энбюк номер сизде ханги ваш. Самый большой номер, который у них есть, это... 48, если у вас нога 49-50, можете тоже заказать, они... смогут привезти в течение 3 дней. Здесь такие более классические, с такой вот интересной подошвы, кто любит что-то оригинальное. Но это тоже здесь большие размеры, 46. Новый сезон, спортивные, 329 лир. Они, а, тоже ортопедические, мягкие. Осенние, весенние, межсезонье. Вот эти вот классные, молодежные. Некодар Булнар, 300 лир, фирма Либера. Очень красивая. А, кстати, вот эти вот такие... Фаркту моделям. Такие вот ламборджеки Айхан купила и ездил в них в отпуск 10 дней в одной обуви. Отлично, отлично относились. Ну а здесь выставлены полностью все ботинки зимние. Настоящая кожа. Грейдер. Грейдер фирма. А, бумады. А, как те кожаные. Ага. Сколько градусов? Каждый зерекова на белье? 5-10. Максимум 15. 5-15, минус 15 можно использовать. Некодар Бунар? 290 лир. Су гечермес мы бунар? Бунар шурея кадар су гечермес. Урея кадар ве шурея кадар су гечермес. И вот до сюда вот вода. Не, чуть вода не непроницаемая. Бурдаки boşluklara kadar gelmesin. Buradan sıkıntı olmaz. Su geçirmeyen özel modellerimiz de var bu tarafta. Bunlar. Benim bak şu su geçirmez. Waterproof, orijinal. А, вот эти вот, видите, грейдеры, которые не промокающие. Bunu dağda da kullanabilir. А, они такие более спортивные на рыбалку там, в горы, горы и так далее. О, bu nasıl? Вот эти. А, это такие же. А, такие же, только, ага, только ноутбук. Также в этом магазине очень много вот такой вот мужской классической обуви. Например, вот такие вот ботиночки по цене 249 лир. Но они все кожаные. Очень мне нравится. Вот такая вот мужская лаковая обувь. Кстати, мужчины, кто смотрит, пишите, какую больше любите, лаковую, замшевую или обычную вот такую вот кожаную. Я больше люблю лаковую и замшевую. 269 лир. Очень много разных моделей и на шнурках. И вот такие вот прям классические, ну очень красивые. 229 лир. Вот такие вот оригинальные с металлическим ободком. Почем они? 269 лир. Ну, и вот такие вот, как мы покупали Айфану.
но он их еще не надевал на особый случай. И здесь есть водонепроницаемые спортивные, тоже для межсезонья. Например, женщины, кто-то спрашивал кроссовки для осени, весны. Вот Lumberjack водонепроницаемый, 249 лир. И есть такие вот мужские цвета, женские цвета. В общем, много разных кроссовок. Посмотрим сейчас. Что там Айхан выбрал? Айхан, Насыл Рахатма? Вот эти мне очень нравятся, грейдеры, очень классные. Бу грейдерлар чок гюзель, а? Бак, шу хамурджек модель. Хамурджек. А что это значит? Хамурджек. Чок гюзель, чок юмшак видерисы вар. А, очень мягкая кожа, говоришь? Эснек, табана. Ага, очень удобные. Айна. Оригинал дири. О, бу да чок раз. Настоящая кожа. А, о шейму кюрклму? А, вот эти вот с мехом, ага. Айхан, сан... Пакетер обла. А, вот эти вот с мехом, которые... Табыки кышечин для зимы вообще супер. Хем классик, хем спортарда. Ну, мне кажется, грейдеры лучше. Как вы думаете, какие? Какие выбрать Айхану? Грейд. Айхан, хангидаха шей. Кисычок брат. А, пишите в комментариях, какие. Мне кажется, грейдеры. Сам бана качтан лжексин, стави. Аби сан, пусы я гидакин, шелю ватер профалсана. А, еще есть вот такие водонепроницы. Ватер брат. Ама орда... Onlar kaç derece de olur? Bunlar fark etmiyor. Bunlar kesinlikle su geçirmiyor. Çok güzel bir kullanışlılığı var. Вот эти вот кроссовки не водонепроницаемые и Ve kalın taban baksana. Он говорит, что для морозов тоже подойдут. Стоят они ne kadar bak? 260 lira. 260 lir. Еще Айхан померил вот эти вот, которые он показывал, водонепроницаемые. Они ему больше всего понравились. Но я не знаю, ты не замерзнешь в Мурманске в них? Hangi en çok beğendin? А? Все. Все? Нет, все. Зачем тебе столько зимней обуви-то? Ama bu çok güzel spor. Bu da güzel. Ну да, вот эти вот, вот эти мы можем потом в отпуске где-нибудь использовать. Кафам корешки. Хаи, Райхан, бунар герчик там да хаи. Чё, с чем кубисом на колонна били рисом, да? Карса гидежиз, мисля. Орда да эксон, экс 20. Там и кинджи дэнэ, узума. Есть еще другой цвет. Вот такие вот с оранжевеньким и с зелененьким, да? Дэн бакалэн и кинджи. Зелененькие и оранжевенькие. Мне больше оранжевые. Вот такие вот оранжевые. Hangi renk seçiyorsun? Benim ayakkabım da renk var. Hangi renk sence Hüseyin bu mu? Abi şu rengi daha rahat kullanır. Bunu her şeyle koyabiliriz ya. Cinslerle normal. Bu çok renkli. Ben bu daha iyi. В общем, вот такой вот большой здесь выбор из всех грейдеров. Вот таких вот и на меху. Мы решили взять вот эти вот. А есть еще вот такие вот для межсезонья. Они не пропускают холод. Такая интересная модель. Стоит 329 лир. И продавец сказал, что когда ходишь по бетону, они не пропускают, холод. В общем, для модников самое то. Такие беленькие, красивые. Вот кроссовки, про которые я вам говорила, которые тоже защищают от холода. Беленькие. Ага. И серые. И серые. Но это на любителя, кто любит вот такие вот модели. Ну и помимо мужской и женской обуви, друзья, здесь большой отдел детской обуви. На различные возрасты. По различным вот такие вот ценам, например, спортивные. Ну и, конечно же, много кроссовок. Например, цены на кроссовки, вот видите, 60-64 лиры для таких более взрослых детишек, для мальчиков, для девочек.
53 лиры, например, вот такие вот очень легкие, 53 лиры. Ну и для девочек есть вот такие вот красивые, интересные кеды, розовые кроссовки с различными куклами. Ну, в общем, выбор огромный. И для самых модниц вот такие вот различные сандалики. Стоят они 86 лир. Есть туфельки на различные праздники. Для детей, для девочек различных возрастов. И вот. Ага, ботинки. Для мальчиков. На кадар бы колай. Сколько они стоят? 150. 150. Дерев, кожа, да? Да, кожа. А, кожаный. Видите, тоже для детей на осень. Табаны каучук. На зиму. Каучуковая подошва. Ага. Ичи юнлю материал. Угу. Шерстяная подкладка. Пашканова. А, для маленьких вот такие вот есть кроссовочки. Угу. Булнарчук взять. Ага, кючуклеры давар. А, еще для совсем маленьких. Посмотрите, какая красота. Очень классная. И есть футбольные бутсы. Футбольные бутсы тоже для разных возрастов. Или чулюкларда ватерпроф. 140 лир. Да, для футбола. Есть для детей водонепроницаемые. Waterproof модель. Водонепроницаемые, ага. Тоже на осень, весну, на межсезонье. Полная кадар? 185 лир вот такие. В общем, много-много различных. Есть еще вот такие вот спортивные кроссовки, размер от 30 до 45. Футсал. Различные виды и модели вот таких вот кроссовок. Не кадар, Булнар, сколько они стоят? Булнар от Мишдокус зря. От Мишдокус 70 лир. 70 лир. И новый сезон у Айхана вот такие вот он покупал, носил их все лето, уже сносил. И появился новый сезон, только кожа. Вот так вот они выглядят, ну очень классные. Рахат Майхан? Озаман сан каравер ханги? Бу нормаль гюнлер гиймек ичин ве бу ве бу. Бу ве бу? Üç. А и ики тане сеч, бир. Я да ики. Три. Зачем тебе три? Три это много слишком. Хайр, я бу ве бу. Все, Айхан у нас. Айхан, ты шопоголик? Хайр, шакадир, я бу. Шакадир, шопоголик, мисын? Хайр, дейлим. Бу нормаль Аланья гимек чин. А тамам. Бунлар Русия, Карс, Эрзурум. Тамам, Русия чин. Русия чин, бунлар. Все чин. Тамам. Теперь Айхана есть с чем ехать в Россию. Айхан. Evet. Mutlu musun? Biraz. Üçüncü alamadım. Короче, Айхан у нас стал настоящим... Хусейн, сахар алыcam. Tamam abi. Шопоголиком. Ну и, конечно же, обувь в магазине Руи Кундура очень качественная и классная. Мы всегда покупаем здесь. Многие из вас уже знают, поэтому приглашаем вас тоже сюда. Всем всего хорошего. Пока-пока.